Это Саши привел нас в какой-то ресторан. Indian, Mediterranean, Italian, Chinese, Continental. Я думаю, что это хороший ресторанчик. I think this is good restaurant. I think look nice. I don't look at the agreement. Ага, окей, окей. Надо проверить вначале цены, наверное. Ну что, тестируем. Пока вроде не страшно. Нет? Не было грохота, никто в обморок не грохнулся. Первое не страшное, значит, черный чай 35, молоко 40, вполне по нашему бюджету, да, 35. Потянем, если что. Последние дни будем в Гурудваре питаться. Пойдем чипать им налепим, бесплатно покушаем. А сейчас пошикуем. Ой-ой-ой, 290, я еще не поняла, что, но 290. Однако. Поридж 130, однако. Plain porridge with milk 100. Да, где тут супы? Сейчас поищем. Ой, у них есть греческий салат, представляете? 200 рупий греческий салат у них есть. Ну а чего? Это с оливками должен быть. Вкусненько. Арабский салат, ну надо же. Паста-салат. Сэндвичи, бургер. Так, ну что, есть супы. Томато-суп. Много. Ну все, давай с тобой. А у них есть еще итальянская паста. Крим-чиз паста. Машрум-крим-паста 270. Даже не знаю, однако или не однако. Ну вот я вот буду сейчас выбирать между пастой и машрум-суп. На ночь нормально машрум-суп или ненормально? Ой, нон-вегетариан. Тут вон ножки выдают. Райта и салат. Так, индийская пища. А лепешечки где? Тандури. Роти, баттернан, гарлик нан, да, вот гарлик нан, ничего. Хорошенькое, мне понравилось это заведение. Заказали? Что будете? Я тоже, наверное, суп, только грибной, не томатный. Машрум. Не знаю. Мучилась, выбрала машрум крем паста. Так, вот это вот. Поехали, 270. Был бы Саши, я бы вот все-таки с ним вот это что-то повыбирала, но я не пойму, что это. Он в этих фалафелах разбирается, а я не очень. Ну, ничего. Вот девчонки маргариту заказали на двоих. Панир пицца, маргарита, пицца. Вот тут есть такой. Я заказала машрум, макарон. Покажи, что ты купила? Мастер-класс, да? Это все-таки он тебя допихал купить дудку? Почем купила-то? Не пазлы. Нас сейчас всех выставят. Сейчас сразу всем внимание. Завтра утром будешь подъем дудеть. Я другая модель. Я так случилась. Шитрай. Потом в поезде будешь. Да, точно. Да, мы все довольны, все послушали, наслушались, признали молодой талант растущий.
Я мама Бэби. Твоя мама Бэби. Надо, знаешь, такой ковр. Ты даже, знаешь, ковр поднял, чтобы он ковр был. Старый ковр. А, тебе змею еще. Змею, да. Рассматриваем вот эту картину за Саши на стене. Я в ней увидела Рэмбо. Идет, опустив голову, на бедрах какая-то черная там эта куртка повязана. В руке типа пулемет, думала, или автомат. Волосы развиваются. А голова сильно как будто опущена. Потом девчонки прочитали «Император Ашока». Я вот не пойму. Я так думаю, что картина не дорисована, потому что эту абстракцию я вообще не понимаю. Вот там у них все прорисовано до самых мельчайших деталей. А здесь какие-то полосы, полосы, полосы. Думаю, не закончено просто. Ашока. Он жил в 3 веке до новой эры, до нашей эры. Он принес буддизм в Индию. Хороший был император. Серый, ешь быстрее. Мы пришли давно и все еще не получили заказ. Теперь мы на тебя смотрим с завистью и даже хотим тебе помочь. Не-не-не-не-не. Нет, у нас свои большие заказы. Попробовать вам только надо. Зря ты это сказал. Мы ведь и налетим. Сейчас там пишут, что французский президент встречался в Дели со студентами. А послезавтра он приедет сюда. А мы завтра уезжаем туда, в Дели. И сюда еще приезжает Моди. Вот я говорю, с кем мы только не встретились, почти что. Мы ни с кем не встретились, но почти что, в принципе, могли даже встретиться с какими-то VIP-персонами. А ты думаешь раствориться? Как хорошо, это хорошее средство чистить кишечник, значит. Дело полезное. Сантехнику. Ну и кишечник тоже. Значит, дело полезное. Что-то Серега как будто в баре работал. Ты где работал? Откуда у тебя такие шейкерские способности? Кому-то что-то пришло. Может быть, Саши Флафл. И вообще не нам. Не наше и не нам. Но они и сидят раньше. Давнее. Да, и Саши пришел последний, а Флафл ему принесли первый. Ой, my favorite. Он это любит больше всего. Я вот у него люблю этот. Мы сейчас так и будем ходить от тарелки к тарелке. Давайте попробуем. Чуть-чуть. I will test little. Хумус попробуйте. Вкусный хумус. Я знаю. Наталья уже готова. И с вилкой, и с ложкой сидит. И я сижу. Серега наелся, дразнится теперь. Не томите, несите нам. Ням-ням. Ну, тут в новостях показывают, Моди встречается и с этим, и с этим. И с президентом Кот-д'Ивуара. Только я не поняла вообще, я не читаю новости, чего они все приехали-то. И с президентом Франции, Нигерии.
Что у них за конференция? Заказывал салат? Да ты что? И ты так долго ждала этого интересного салата? А что там? Какой ты заказала? Израиль. Похож на греческий, вроде там оливки. Большой, красивый какой. А давайте мы будем пробовать. Где моя большая ложка? Нас уже... А что ты такое черненькое ешь? Невкусно? Ну хоть покажи, ну для истории. Ты куда ты спрятала за ложки? Вытащи отсюда. От голодных. Да, мы такие, мы оголодавшие, так и можем. Уноси. Все, я сняла. Да я знаю, как пахнут огурцы. Но мне кажется, это греческий. А почему он Израиле? Что там такого? Чем он отличается? А, там, наверное, нету панира. Там нет панира. Есть там панир? Скажи мне. Есть, да? Тогда это вообще греческий. Да что ж такое-то, правда? Роти. А? Он тебе презрительно, да? Нет, 20. Роти. Чаю не дают, только кофе. На ночь кофе в 9. Поздно, Дарвин. Не пей кофе, не пей. Козленком станешь. Ты чего? Не пей кофе. После 3 не надо пить кофе. Мы уже испытываем к едящим классовую неприязнь. Ну что, вкусно? Я могу набить. И так предусмотрительно все-таки на тот уголок отодвинул. У нас уже вся боль мировая на лицах. Горло перехватило. А как поиздеваться? Кто? Как 9 негритят, их осталось 8. Их осталось 3. Не кушавших. Да голодных. Ну ладно, мы подождем как-то. Тебе еще один счет принесли? Тебе же был. А, это сдачу. Я думала, забыли, еще раз принесли. Не, я смотрю, отключится, не отключится камера. Смотрю на камеру. Какая она у вас красивая. Ну, не зря ждали. Ее тут жарили. Просто красота невероятная. Что там волосы говорит? Тоже прикольно. Машрум. Замечательно. Точно не наша. Зря камеру включила. Саши переключил новости, попросил и увидел нехорошие новости. В прошлом году почти 8 тысяч детей в Индии пропали, исчезли. А куда они исчезли? На органы. На органы, думаешь? Кошмар какой. 8 тысяч детей. Роти. Все. Богдан дождался своих макарон, пасту, а лепешку так и не принесли.
А может быть, они забыли? Роти фохер. Роти. Точно забыли. Это лед нормальный, фильтрованная вода, хорошая вода. Не бойся этого льда. Это наш повар? Да, наш повар. Thank you very much. Very tasty. Very, very good. Thank you. Yes, only French fry. Thank you, sir. Саши дал. Господи, я уже сплю. Сережка дал тип ему. Thank you. Лапа, вот к нему бы на кухню-то поучиться, как он хорошо все готовит. Вкусненько. Чай? You want чай? Они же говорили, что у них нет чая. У нас в детстве была микстура противная от кашля. Вот это вот как раз анисовая была. Была у вас в детстве микстура противная от кашля? И сейчас есть, да? Ну, наверное, хорошая, полезная. И вот этот вот анис в сахаре. Ну, теперь мы уже жуем как бы с удовольствием, не как в детстве. Бе-бе-бе. Вырвалась на свободу. А мы за тобой как крыски. А ты как крысолов. Я вас из города выведу. Давай, пошли. Идите. Идите, one by one, один за другим. Саша, we going. А то ей в отеле не развернуться было творческому таланту. Будить не давали. Так, наш отель там. Нет, там было лучше. Доставай другую. Другую дудку доставай. Ладно, мышиную. Мышиную. Она как-то нежнее. Он подошел, говорит, это лучше. Лучше, лучше. Так, строй. Строй? Прокорм себе надудите. Да, если что, мы не с ними. Мы не знаем эту парочку. Это не наши. В ресторан завтра нас на завтрак дуди. 8 утра.